Джон, ты видел фильм «Война 2»? Это тот, который от этого идиота... Как там его? Ну да, да, это невнятный имбецил, который возомнил себя всезнающим дебилом. Да. А когда свой фильм решил сделать, то жидко обосрался. Такие они нынче чуваки, которые против всех. Да, и я об этом. Вначале говорят про протест, а потом их язык уже в жирной жопе подхалимов. А помнишь, как он вначале затирал про то, что на КРМП проект пойдет только за квартиру в Москва-Сити? И где он теперь? На Black Rush. Да этих продажных, их хлебом не корми, только предложение сделай. Там этот карлик вор, штанга и тот чел из Гарри Поттера, как там его? Мел Гибсон? Ну типа. Мел Гибсон, конечно, в своем последнем фильме не сказать, что был прямо хорош. Да нет, ну ты чего, а как же вот этот вот негр привел в GTA и так далее? Я вообще тебя позвал поговорить не об этом. А о чем же? Ну вот... Ты, допустим, как шаурму ешь? Ну, ртом, а как же еще? Да нет, просто понимаешь, дело в том, что многие люди, они едят шаурму неправильно. Ну и как же? Они не достают шавуху из этого ебучего пакета. Ну то есть, обычно шавуху ее же ложат в два пакета. Один целлофановый, а другой бумажный. Ну и к чему ты это все ведешь? Да к тому, что эти идиоты едят шавуху в бумажном пакете, а все живительные соки стекают в этот ебучий пакет. И потом ты хуй высосешь весь соус оттуда. Понимаешь, о чем я? Так что ты предлагаешь? Вообще шавуху не есть? Но ты мне прямо Харви Вайнштейна напоминаешь. Так же передергиваешь. Дурной тон это, скажу я тебе. Может, давай будем общаться как нормальные люди, а не как чертовы обезьян. Я, конечно, против обезьян ничего не имею, но ты чем-то на нее смахиваешь. Убедил, душнило. Так вот, эти овощи и мясо в структуре лаваша нужно из бумажного пакета достать и переложить только в целлофановый, чтобы было удобнее. И что? Ты думаешь, это действительно будет удобнее, чем просто есть в этом бумажном пакете, закрывая целлофановым? Слушай, я живу в СПБ уже лет 35 и знаю все про шаверму, поэтому, пожалуйста, вопросов таких глупых больше не задавай. Договорились? 35 лет, говоришь? Как майор Гром, что ли? Да нет, майор Гром это же полная заказуха от Путина, мне не понравилось. Чего, блять, какая заказуха? Ты фильм-то вообще смотрел? Ну знаешь, посмотрел короткометражку, она мне не очень понравилась, а потом в Твиттере увидел, как отзываются о самом фильме, и понял сам для себя, что идти на эту пропутинскую хуйню я не буду. Ох, ты столько всего проебал, ведь там даже вступительные титры были пиздец охуительные. Чё, прямо как в «Гневе человеческом»? Ну да, я ходил на кинчик с оппозиционной подругой, и даже она сказала, что в «Майоре Громе» вступительные титры были лучше, чем в этом новом фильме от Гая Ричи. Ну, про шавуху поняли, про «Майора Грома» тоже. А вот тебе ближе что, Marvel или DC? DC, конечно. У них там этот Джокер, Харли Квинн, Бэтмен. А в Марвеле что? Ну как что, «Черная вдова», «Зеленый фонарь». Так, вот про «Зеленого фонаря» не надо, он вообще-то в DC. А, ну тогда Marvel реально говно. Ну да, на этом мы порешим, дружок, давай до скорого. Стой, подожди, ну что тебе? А на серваке ты на каком играешь? Я играю на проекте Black Rush. Ссылка на скачивание, а также никнейм Данила КПРФ и промокод ZDS, который нужно ввести при регистрации, находится в описании. Ничего себе, вот это ты выдал. Да, Джон, когда вводишь такие никнеймы, выдавать будешь и не такое. Со временем. Все со временем. Тут же как в школе, дело практики. А я думал, как в РУВД. Че, блять? Ну знаешь, этот вот мы выступаем как смазка на залупе и так далее. Ну не слышал, что ли? А, ты про этот батл? Вот это ты, конечно, вернул мне 2017 год. А ты че, хотел вернуться в 2015? Ну тут извини, давай двигаться дальше, а не жить каким-то хуёвым прошлым. Ты думаешь, прошлое, где жида выиграли, хуёвое? А мне кажется, наоборот, что он еще со времен Бабангиды должен был получить свое. Ну, не знаю, под подошвой сердце, а явно не город. Может быть, и Горгород? Герергород. Этот альбом отличный. Ты вообще видел, сколько там прослушек? Прослушек там неплохо. Я бы даже сказал, что отлично. Ну ладно, мне кажется, что пора заканчивать. Пока. Ну давай, пока. Странный ты какой-то.